Международный день семьи встретили открытием самого большого за Уралом интерактивного парка и двухуровневой веревочной площадки. Веселый остров ждет сибиряков, желающих испытать острые ощущения. О том, какой путь к сокровищам предстоит пройти детям, в нашем сюжете. Парк только открыли, уже выстроилась очередь. Это зеленая трасса, по ней идут будущие альпинисты. Перед стартом обязательный инструктаж. Дальше начинается красная полоса. Она выше и сложнее, выдерживает вес взрослого человека. На ней больше 20 препятствий. Здесь я в первый раз очень удивлен такими масштабами. Веревочный городок под крышей – это, конечно, супер. Этот парк, если бы мог, я бы поставил 5 звезд. Всего в «Веселом острове» 4 игровых пространства. Интерактивный парк работает по принципу дополненной реальности. В нем сражаются кирками из Майнкрафта и бьют призраков настоящими подушками. В «Активити-зоне» катаются с 6-метровых горок и стреляют из пушек. «Веселый остров» вмещает почти 300 семей одновременно. Взрослые могут развлекаться, получать, возвращаться в свое детство и получать то же самое удовольствие, особенно когда они это делают вместе со своими ребятишками. Отдохнуть после приключений можно на фудкорте с собственной кондитерской. Здесь аниматоры поздравляют именинников, повара готовят торты и горячую пиццу. Андрей Кугатов, Алексей Баженов. Новости ОТС.